Здравствуйте и всем привет, подписчики. Сегодня хочу поговорить о японской компании Ryobi. Кто-то ее называет Ryobi. Компания довольно-таки старая, основана еще где-то, по-моему, в 43-м году. Занимались они производством там всякой металлургической деятельности, там литье, всякое, ё-моё. Сейчас компания выпускает много чего: электроинструмента, и бензопилы, и триммеры, и старые модели мне на ремонт попадались, бензопилы Ryobi, один в один схожие с хамелитами, они схожие, один корпус, разные цвета. Это опять говорит о том, что о слиянии нескольких компаний выходят одинаковые инструменты под разными товарными марками, а инструмент совершенно одинаковый. Сегодня хочу поговорить о такой вот интересной пиле Ryobi Power XT. Так, модель RCS 38-35, 38 кубиков, значит, и 35 сантиметров шина у нас. Что у нас имеется? Насыщенный старт есть. Компоновка, как вот, я не знаю, они все как сейчас, все пилы, все как одна. Но это пила не бюджетного сегмента, она где-то в районе, наверное, 14 тысяч стоит. Бак топливный, бак масляный. 2019 года пила. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Да. Всем знакомый фильтр воздушный. Руиксинг. Карбюратор. Да все, вот они как все, как сестры-близнецы. До этого сейчас обзор делал на Энхель пилу. Она практически в два раза дешевле, но все так же и выглядит. Что тут я сейчас вам интересного покажу с этой стороны. Здесь уже японцы, или сейчас уже не японцы, кто там заведует. Ну, все заводы-то, понятное дело, в Китае. Они уже здесь на данной модели сделали быстрое натяжение цепи. Бесключевое, очень удобное. Здесь имеется одна шпилька. Вот так одевается шина. Вот так непросто. Затем надеваем крышку. Так, закручиваем. Так, вот этот вот барашек сверху, который белый, им натягиваешь цепь, а этим, который внутри, зажимаешь, и все. Цепь ослабла, чуть ослабил этот черный барашек посередине, этим, который барабан снаружи, подкрутил, все, и затягиваешь назад. С той стороны там все так же, как и на всех этих моделях похожих.
сцепление такое же. Все, я как повторюсь еще раз. Слизано как с одной пилой. Здесь заявленная мощность уже 2 лошадиные силы. По двигателю. По двигателю у нас что? Ну, тот же самый двигатель, как в принципе на партнере, да. Металлический корпус из двух половинок. Глушитель такой же, только цветом другой. Так. Здесь у нас еще есть интересная фишка. Он просто ключа этого нет с собой. Вот здесь на ручке цепляется ключик. Сейчас я вам покажу. Ключ так вставляешь, и вот он защелкивается, и он всегда с вами. Правда, у модели, которую недавно обозревал Стига, это все было сделано внизу, и по-моему гораздо все удобнее. Здесь вот рука может как-нибудь соскочить, это прямо вот это острие отвертки этой может и пораниться. В этом плане. Так же, как и любую другую, которую я вот рассказывал про Патриот 38, что про Энхель в предыдущем видео. Все, в принципе, одно и то же. Сколько тут смазки. Весь стол заляпал. Так, в комплекте еще идет 2 тюбика с маслом, чтобы сразу купили, не бегали, не искали, где же вам маслице какое найти. У вас уже есть и для цепи, и для топливной смеси масло. Ну, честно вам скажу, качество, вот пластика, и не сравнится с бензопилой, даже Стигой, Соло, они там, у них реально сделано во много раз лучше. Ну как во много раз, видно, что качественные более детали. А гарантия долгой работы за счет чего происходит? За счет применения качественных материалов по изготовлению того или иного инструмента. Также все здесь: рычаг, кнопка, кнопка выключения. Честно, вот один в один с той пилой, что я сейчас обзор делал на Энхель. Ну, ручка вот пластиковая. А так больше особо добавить нечего. Фирма Райоби. Райоби. Сейчас фирма-то отступлю. Сейчас фирм-то много вроде, а все одно и то же. Ну, ладно, ребят. Все основное, что я хотел рассказать по этой пиле, рассказал. Добавить особо нечего. Они все идентичные пилы. В следующих видео, сразу это просто премьеру сделаю, будут пилы уже поинтереснее. Не такие, как эти все однотипные. Там уже будет посмотреть, что другое. И конструкция, и качество уже совсем будет другое. Но все равно данную пилу я тоже рекомендую. Так как я это, так
Какой пилочкой я пробую пилить? В принципе, что Патриот 38 кубовый, что это, оно в принципе, да. У них даже, ну вот все одинаковое. Единственное, вот, какой дизайн. Так что, если стоит выбор, что покупать, ну вы имейте в виду, что и Патриот, и данная пила, которая гораздо дороже, они идентичны практически. Так что выбор за вами. Спасибо за внимание. Всем пока.